Привет, Курама. Блин, зря я залетел, ну ладно. Срочно нужна ульта. Непонятно ничего, ну... А ты из какой игры? Из Доты, наверное, да? Ты дотер. Ну, это один из немногих режимов. То есть это не основной режим в League of Legends. Режим это называется RAM. Тут одна линия. 5 персонажей с одной стороны, 5 персонажей с другой стороны. Ну и вы как бы деретесь. Кто сильнее, там кто лучше кнопки нажмет. Крипов надо фармить, голду получаешь. Когда умираешь, ты, получается, возвращаешься на базу. На базе ты за голдук покупаешь предметы. Эти предметы делают тебя сильнее. По ходу игры у тебя левел растет. Каждый уровень левела улучшает твои классовые способности. У вас там вышки очень сильные, ну, как бы да. Особенно в начале игры. Вышки много урона наносят. Там до 20 минуты условно. Блин, не смогу ульту наставить. Дурацкий персонаж.
И тебе удачи. Грызи гранит науки. Сколько тебе лет? Ну, как говорится, если хочешь нормально в будущем где-то работать, нужно хорошо учиться в школе. Если хочешь работать мозгами, а не руками. Ты в семьем тусуешься, о, маленький. Лет 13 где-то, да? 12-13. 13, ну я почти в два раза тебя старше. Мне 24. Вожусь с 9 классом. Ну, 9 класс, типа, взрослые, да, и ты с взрослыми ходишь, водишься. Я тебя понял. Блин, дайте выйти, я не могу из контроля выйти. Оу. Лулу, где ульта Лулу? Почему не спасла меня? Старшеклассники плохому не научат, да? Курить научили, о, какой ужас. Но тут ты как бы сам виноват в том, что ты начал курить, не то, что тебе как бы показали. Тебе же никто не насильно, ну там, сигарету в рот не совал, правильно? Сказали, типа, набери сигарету, кури там, иначе мы тебя как бы, не знаю, там что-то плохое с тобой сделаем. Не дай бог, будем избивать. Нет, конечно же.
Блин, я не выучил предмет, как так? Зикс. Я как бы тоже через это все проходил. Через эти вот все сигареты, когда мои там одноклассники курили, но я не поддавался искушению. Я пробовал, мне просто не понравилось, и все. Я по сегодняшний день как бы не курю. Ну, могу где-то там как-то побаловаться, но чтобы вот на постоянной основе нет. Побаловаться где-то могу. Раз там полгода. Ты получаешь кайф. Печально. То, что ты от этого получаешь кайф, а не от каких-то здоровых действий. То, что это заглушает другие источники. Преобладает над другими источниками получения удовольствия. Здоровых, скажем так, источников. От еды, например, получать удовольствие, понимаешь? Вот ешь там, не знаю, мандаринку, и ты кайфуешь от этой мандаринки, ты прям наслаждаешься вот этим вот вкусом. Либо пьешь молоко там, не знаю, от молока тоже как бы можно кайфовать. От фруктов любых там. То, что тебе нравится, вот, и ты как бы получаешь от этого удовольствие. Булочку там съесть очень вкусную, круассан хрустящий. Это тоже приносит удовольствие. Чипсы какие-то очень вкусные, хрустящие. Наполненные вот этой вот всей приправой, это тоже приносит удовольствие. Ну, любовь там, вот это вот все, но ты до любви еще, мне кажется, не дорос. До этих чувств. Мне кажется, ты еще не дорос. Блин, очень много контроля. Любовь, там, дружба, я не знаю, какие-то действия, катание на санках, например, да, это тоже приносит удовольствие. На санках, там, на машине. Опять я в миллиарде контроля. Почему Луло не может меня ультануть? Я не понимаю. Если бы Луло играла в этой катке в меня, я бы уже выиграл ее. Она не играет в меня. Привет, Вадим. Добрый вечер. Как настроение? Так грустно. Как обычно, грустно. А у тебя? Грустно-грустно.
квадрокилл. Времени нет. Да ничего страшного. Это я бездельничаю. А вы как бы, ну, ведете нормальный образ жизни, работаете там. Это я тут кисну. Поэтому как бы не у всех есть время сидеть и бездельничать мне на стриме. Ничего страшного. Успеешь. Ого. Сложная была катка, конечно, но мы справились.